Здравствуйте, дорогие товарищи! Всем привет! Ура! У нас тут робкий хромический комсомол и широко известный в узких кругах публицист. Сейчас будут анализировать программу Навального, да? Ну что, он же нас всех спасет. Наше солнышко там ясное после Путина. Самый светлый человек. Да, мы тут... И глаза добрые-добрые. И честные, главное. Да, и блондин. Все положительные персонажи, они блондины всегда. Я обратил внимание в хорошем кино. Ну, мы вот думаем, что этот пошлый спектакль, да, обсуждать, да? На самом деле, товарищи слушатели, что обсуждать все эти отравления, вот эти аресты? Единственное, говорю, вот что тут можно счесть заслуживающим внимания, это что у нас наши рулевые, наши отцы-то основатели, они что-то явно, блин, с Навальным в одной пьесе, блин, играют. У них явно тоже роли свои расписаны. Они что-то все реагируют там вовремя, да? Казалось бы, ну нахер он нужен, что-то, блин, на муть какую-то наснимал, какой-то дворец. Не, ну не, там не, расследование глобальное. Мы туда, блин, значит, ну какая разница, ну и что? Ну не замечать, ну и не было. Нам же, блин, потом сказали в новостях. Мы все это раскидали и объяснили, что все это чушь, не стоящая внимания. А чего вы репортаж про нее снимаете? Сколько у вас там минута стоит на ваших каналах? Не, ну вот, кстати, после всех этих мероприятий протестных, несогласованных... Ну, тут опять же обсуждать не особо нечего. Че, где Навальный, там задержанные. Все как всегда. Сказали ментам, куда пойдем, вот, пришли, сели в автозак и поехали. И все, ой, как мне весело, я революционер. Ну, а как бы что там, а тебя пугают, что волчий билет, туда-сюда. Ну, а сейчас так и так безработица. Ну, вас нахер. Что так не устроишь, Так что быстрее устроишься. Может, на кого-нибудь единомышленников пойдешь, скажешь, что Путин там, это хорошее слово, и он тебе сразу опнет, и все. Слава Украине. Секретный код. И да. Устроить тебя в американское посольство. Не, ну вот Левада-центр проводит опросы и выясняет, что, допустим, рейтинг доверия к Путину упал до 29%. Да, вот. А у Навального, соответственно, я вырос. Я скажу, в наших кругах он вообще никогда от плинтуса-то и не подымался. С тех пор, как мы пару книжечек прочитали по марксизму и ленинизму. Так что, не верят, блин, что... Нет, хорошо очень, что хоть перестали от Путина добра ждать. Но, блин, теперь давайте начнем ждать его от Навального. Ха, обалдеть. И вот, товарищи, да, Навальный уже политический деятель, правильно? Ну, а мы же не будем, мы же не первый канал, чтобы там устраивать шоу Малахова, да? Обсуждать всякие злободневную суету. Мы будем обсуждать идеи, как он нас там спасет-то, солнышко наше. Да, потому что вот непосредственно на прошедших протестах, которые пока временно заморожены до сентябрьских выборов в Мосгордуму, там основной лозунг как раз-таки был «Освободите Навального». Ну да, чтобы он нас спас. Да. Вот. А за конкретику какую-то люди особо не разговаривали. Не, ну как это самое, как в Хабаровске, там у них народный губернатор, дал тоже ничего нам. Ни хлеба, ни работы, блин, ничего не надо. Дай нам нашего этого отца, поставь там пред наши очи, блин, его Виви. Вот. Так что давайте, короче, мы погрузимся, да. Что там, когда он это написал-то дело? Ну, вот эта программа, получается, датируется 2018 годом. А, когда... блин, много воды утекло, да, с тех пор. Но, с другой стороны, мы же не слышали, да, чтобы он от нее отрекался, например. Ну, вообще, да. То есть, это его президентство. Он говорил, блин, товарищ, слушатели, нас поправьте тогда, если он когда-то сказал, что... Мол, эта программа, все, я ее забыл, теперь пишу новую. Нет, в целом тезисы, которые мы сейчас разберем, они прослеживаются дальше у него в повестке. То есть вот он там выступает у себя на канале, например, он же блогер известный. А, ну хорошо. Соответственно, продолжает за то же самое топить. Ну, то есть что и требовалось доказать. Программа стала быть актуальной. Ну да. И начинается, ну да, поехали. Начинается она интересно. То есть вот во время многочисленных поездок по стране Навальный увидел, какие именно вопросы волнуют людей в первую очередь. И с помощью экспертов обозначил подходы к решению этих проблем. О, блин. Так что серьезно. А что-то мне, можно и не ездить сказать. Что, во-первых, все в кредитах, во-вторых, все не вывозят платежи по ЖКХ, в-третьих, всех напрягает дико, что цены растут каждый месяц. А, в-четвертых, с работой что-то туго, и даже если она есть, там условия хуже. Вот буквально, опять же, каждый месяц. Как цены растут каждый месяц, так и на работе придумывают какой-то новый наворот. Как тебя еще оштрафовать, обсчитать, что-нибудь лишить. Да, но тем не менее эксперты подсказали Алексею, как правильно это все разрешить, и какие первые шаги нужно сделать для того, чтобы вот мы все попали в завтрашний день.
политический рай. Ну да, в прекрасной России будущего. Имени Алисы Розенбаум. Ну. Ну вот, значит, начнем мы с экономической повестки. Ага. Потому что, как мы понимаем, экономика у нас определяющее значение имеет, является содержанием, да, всего. Естественно. Все остальное, товарищи, из нее растет, из ее экономии, из экономики, из матушки, из базиса, батюшки. И вот первым пунктом, конечно же, Навальный бьет по больному. Говорит, что собирается платить достойные зарплаты и пенсии. О, прям как Путин. Да, где-то мы это уже слышали. Невозможно добиться роста экономики, начинает Навальный, с нищим населением. Ну, однозначно. А это мы слышали, кстати говоря, хрен знает сколько вообще. Это до Путина. Путин еще не родился даже. А Навальный подавно. Вот, в те года далекие, когда мы уже первый раз это слышали. Но актуально же до сих пор. Нет, это когда буржуи вот первый раз вот уперлись. Это что, рынки переполнены, все, кризис перепроизводства. И их посещает здравая мысль. Ну, елки, ну сделайте фурму-то. А что людям денег не дать, чтобы они товары-то купили? Вот он и кризис перепроизводства преодолен. А это как раз ловушка, о которой и Маркс, и Энгельс писали. Буржуи в нее попали. Они, с одной стороны, своей политикой постоянно добиваются, чтобы у людей было меньше денег. Угу. Потому что они политику все проводят, чтобы людям поменьше платить. Это им объективно выгодно, они от этого никуда деться не могут. Но при этом он же не только как покупатель рабочей силы выступает, но и как продавец своего продукта. А выясняется, что основной потребитель-то это как раз большая часть-то это неэффективные собственники, у которых все хорошо. Ага. А работяги, у которых благодаря текущей политике все меньше денег. И вот, пожалуйста, блин, они не могут покупать товары на вашей же политике, собственно говоря, во многом. И вот вам кризис перепроизводства. Вот вам тот горький катаклизм, который мы сейчас наблюдаем. И хрен знает, когда мы сейчас из него, кстати, вылезем. Ну, это ладно, это мы далеко уйдем от повестки. А да. Навальный, значит, вот предлагает вот эту вековую проблему капитализма. Да. Значит, преодолеть волевым решением просто. Конечно. Да? Вот просто повернуть экономику, да, навстречу людям. Да. Не, у нас пока спекулянты показывают вообще, что нахрена им много покупателей. Они по удестеренной цене, блин, там продадут там вместо 10 бутылок молока одну, остальную выльют. Денег-то у них столько же останется. Как бороться с нищетой? Да, о, наверное... это опять же, ой, это Путин с ней борется, сколько я помню. Все, он там бедных много, надо снижать. Вот. Снижать но Навальный-то заборет, Навальный заборет. Ну, как? Как? Значит, сначала он проводит исследование и говорит, что сегодня у нас половина работающих россиян получает зарплату менее 25 тысяч рублей. О, ну, Путин сказал, собственно говоря, то же самое, что средний класс 17500, правильно? Да. То есть тут Навальный нам ничего нового не сказал. Ну, соответственно... Суд Путин это недавно сказал, а Навальный он вот, когда еще? В 18-м. Да, в 18-м. Тогда и Бакс-то вроде так поменьше весил. Ну ладно, ну и что? В нашей программе, в программе Навального, угу. Увеличение минимальной зарплаты до 25 тысяч рублей, угу. И создание нормально работающей пенсионной системы с достойными пенсиями. А это, в первую очередь, ну, в свою очередь, спровоцирует перезапуск роста экономики с дальнейшим созданием большого числа высокооплачиваемых рабочих мест. Сейчас он 11, да, минималка, да, а будет 25. Да. То есть это Навальный нам подарит по 14 косых. Ну, солидно. Блин, оно, ты знаешь, с одной стороны херня, да, блин, ну что такое, ну, блин, три раза в магазин сходить. А с другой стороны, вот так подумай, а Путин нам обещал подарить хотя бы 10 рублей? Не, ну Путин одаривает периодически там. Ну, периодически, а я, говорит, прям минималку, говорит, подыму. Правда, блин, вот у меня такое подозрение, а они на полставки всех переведут, хитрые куркули. Как мы вот с этим будем бороться? Ну, Навальный, кстати, и во время пандемии, вот когда там локдаун был, когда всех позакрывали по домам, он тогда тоже свою программу потихонечку усовершенствовал и говорил, что я, значит, за то, чтобы всем работающим россиянам по 10 тысяч рублей раздать. Семейным другая чуть-чуть сумма, пенсионерам, наверное, соответственно, тоже что-то там какая-то надбавочка. По червончику-то. Да. То есть в аптеку просто... пару раз, опять же, можно сходить. Нет, ну и с другой стороны, я опять же скажу, Путин не даст по червончику. Я бы соревнования вообще устроил, а пусть Путин выступит со встречной программой, что я предлагаю подарить 12 рублей. О, ну это, например. Это уже и интересно. Потом вы торговались, а Навальный, ну и кто больше. Будет у нас аукцион такой, кто больше подарит, тот и президент. Но тут что с инфляцией делать непонятно. Видите, товарищи, вот подарят, например, по червонцу-то, а цены-то они как росли, так и растут. Они же растут-то не из-за Путина. А просто, блин, самая главная причина, что спекулянту выгодно подороже-то вам пихнуть.
товар-то. Кто спекулянты нас слушают, они поймут, они уже в теме, да. Они уже посеяли, нервно дрожат. Да. И дальше. Вот разница основная между Путиным и Навальным. Да. Сам Навальный пишет, что путинское правительство не способно перезапустить экономику, перезапустить рост экономики. Можно посмотреть на принятый трехлетний бюджет на 18-20 год, вот, где даже в лучших сценариях закладывается микроскопический рост реальных доходов граждан. Всего на 1-2% в год. А наша программа, то есть Навального, она... предполагает освобождение предпринимательской инициативы, в первую очередь, снижение налогов. Но, и на предпринимателей? Ну, все налоги снизят, все, значит... Инициатива у Трампа что-то похожее, я слыхал, да. А еще произойдет демонополизация, которая позволит по-настоящему добиться высоких темпов роста. По-моему, в мире рост демонстрируют монополии в основном. Что-то вот машины делают монопольки круче всего. Да, есть такое. Ну, всякие там Renault, Nissan там, да, и прочее. А если у тебя какая-нибудь там фабричка, ты сомневаешься, что ты сможешь с ними конкурировать. Так что не знаю. Как-то это, мне кажется, сомнительно. С другой стороны, а вот мы посмотрим, может, Путин-то он тоже говорит-то красиво. А не это ли происходит у нас? У нас ползучая приватизация. Не при Путине ли, например, у нас РАО ЕС демонополизировали? Да. Да. То есть, что мы видим-то, товарищи? Один вроде оппозиционер, а другой вроде как такой консерватор. А делают-то одно и то же. Угу. И предлагают дальше по одной и той же программе, в принципе, идти. Да. Получается. Нет, а что, я у Путина слышу, приватизация будет. Он же это тоже обещал. Госкомпании, что они неэффективные, по кусочку распродать. Угу. Ну вот сейчас мы подойдем к этому. Навальный заявляет, что главная цель экономической политики – человек. Все в человеке, все до человека. Именно. Как сказал товарищ Горький и как подтвердил он гражданин Навальный. Приоритетом бюджетной политики при Навальном станет финансирование здравоохранения и образования. Что-то я это тоже слышал. Наверное, каждому выступлению каждого кандидата на каждый буржуйский пост. Ну, это витает в воздухе просто. Это невозможно не замечать. Нет, а какой дурак будет, значит, куда-то баллотироваться и говорить, что я там образование, там всю медицину. Ну да, забьем просто. Все забьем на них, да. Я не знаю, только если какой-нибудь политический самоубийца. Вот государственные расходы на эти сферы вырастут вдвое, и по их доле в ВВП Россия сравняется с развитыми странами. Вот ориентир у нас уже есть. Есть хитрый план. Значит, обо всех вот этих вот обещалках, которые вроде как так звучат, а что? Не, ну хорошо. Почему бы и нет? Мы вот в конце отдельно скажем, просто скопом, каждый раз одно и то же не повторять. Сейчас просто отметим, да, еще одну. Сейчас здравоохранение, образование. Угу. Что-то нам Путин, по-моему, тоже обещал наладить, но у него не срослось. У этого, наверное, срастется. Что там дальше? У них существует отдельный план бюджетного маневра, который объясняет, где на это, собственно, взять деньги. Ой, вот. Я забоялся, я за свой карман схватился по привычке. Никто туда не лезет. Что там? Значит, деньги будут браться за счет сокращение ненужных расходов на содержание избыточного чиновничества и силовиков за счет отказа от неэффективных распильных мегапроектов. Мамочки, куда мы их денем? Беломорканал копать? Нет, просто прикинь этого орду неприкаянных силовиков. Они там нам никакую гражданскую войну не устроят. Нет, я ничего, я просто, мне интересно, а куда их пристроить-то? Не, в любом случае, да, допустим, все нормально, никто не кипишует. Значит, толпа безработных. А куда мы их? А пусть в образовании и здравоохранении, да? Туда же нет, базара будут. Базара ноль. Это я спрашиваю, не чтобы поиздеваться, не риторически, мне просто интересно. Куда их дену? Избычные, опять же, кстати, вот сколько? Сколько? Цифр тут вообще минимальная. Я говорю, тут фишка в том, что при Путине тоже реорганизуют, там оптимизируют регулярно. То есть он ничего нового не предлагает. Их сокращают тоже. Про полицию я сколько читал? Что вот опять оптимизировали, опять лишних урезали. Mm. А потом опять пишут, что опять штабных дофига, там в поле мало бегает. Yeah. Еще надо сокращать. То есть все странно. Но регулярно те же самые либералы говорят про засилье силовиков, полицейских, там ОМОНа, Росгвардия отдельно появилась. Это, кстати, базара ноль. Это базара ноль. Тут-то мы полностью согласны. Что-то 500 000 этих спецназеров и все дела. Да только вот если у нас гражданин Навальный капитализм-то никуда не денет, то куда мы от логики-то, от его капиталистической денемся, что богатый богатеет, а бедный беднеет? Вот. У нас бедных-то все больше и больше. И бедных надо держать в узде.
Для того, чтобы их держать в узде, вот и нужен этот спецназ. Бедный, да, не каждый хочет по Достоевскому там скорчиться за мусорным баком и замерзнуть там насмерть. Понимаешь, некоторые возмущаются, некоторые думают, что какой-нибудь, не знаю, сберкассу пойду ограблю. Вот. А вот Навальный считает, что минималка в 25 тысяч рублей позволит россиянам, миллионам россиян, выйти из нищеты. Не, ну да, не, ну действительно, вот действительно, я вот так прикидываю, как бы мне дали бы сейчас, блин, 12 или сколько он там, 14 рублей, угу. Как бы мне все это поправило, все эти дела. А у нас у россиян 19 с лишним триллионов долгов по кредитам. Чё-то как-то эти 14 рублей как-то, и чё? Ну, не, ну их отнесут банкирам, да, как это, как процент. Это очень хорошо, это нас курьерами сделали, чтобы деньги хотели. Хотят банкирам дать, и знаете, вот отнесите его, чтобы нам курьера за зарплату не отправлять. Отлично, отличная идея. У нас граждане, блин, у нас никуда ни рост цен не денется при капитализме, а значит, нищета никуда не денется. Даже если, значит, гражданин Навальный выдаст всем по 14 рублей дополнительных в месяц, это, блин, это уже сейчас это никого не спасет. Это просто надо понимать. Сейчас можно полтиннику давайте. Они как, если цены будут расти, вот как они растут, вот с той же скоростью, а скоро уже и полтинник там будет роль не играть. На самом деле уже даже что такое раньше был полтинник, mm-hmm. да? И что такое сейчас полтинник? Это уже не сравнить. А-а-а. На самом деле, а кто этот полтинник вообще видит из россиян в месяц? Понимаешь? Не, ну, господин полицейский, например, вот, ему хорошо. Да, ну ладно, давайте план спасения России дальше читать. В общем, 3-4 года, и да. Большинство россиян, миллионы выйдут из нищеты всего лишь. Предприниматели также. Блин, ну и вот прям на 14 рублей в месяц, угу. прям из нищеты, угу. то есть как, то есть он бездомный, и на 14 рублей вот дополнительно, у него сейчас 11, а будет, значит, 25. 14 рублей плюс, и он, ну, я даже не знаю, не, ну, он ипотеку возьмет или что. Жить станет чуть-чуть, видимо, полегче. Лучше жить станет веселее. Да, и предприниматели... Всем, кроме бедного чиновничества и силовиков. Ой, да, потому что они же пойдут. Куда? Блять. Подождите, а если они толпой, значит, это пойдут на рынок труда... Они же там эти, цена рабочей силы просядет же. Как же так? Ты еще не сдается, да переведут просто тебя на полставки. Мне кажется, работодатель, он вот так вот отреагирует. На минимум? Да, переведем тебя на полставки. Значит, к тому времени у нас вон, предпринимательская инициатива, значит, будет у нас расторможена, да? Да. Господин Навальный. Ну, например, вот такая... Она, правда, я не знаю, что ее сейчас тормозит. Кстати, я забегаю. Тут опять же на Путина ничем не отличается. Ну, просто, видимо, сейчас одни там в госконтору бегают за дотациями, а тогда другие будут бегать, которые давно не бегали и изголодались. Что, конечно, очень, блин, я очень сочувствую, очень за них переживаю, но нет, с этого всего чего. Ну вот предпринимателям Навальный обращается уже как именно вот к почетным создателям рабочих мест. Вот что я говорю, вот они могут... я просто, да, да. Закончу мысль. Они растормозят свою инициативу и 12-часовой рабочий день, например, на мопоньке. И потом, а потом тебя на полставки. Понимаешь, да. Та же фигня. 6 часов, наверное, 2 часа там сверхурочный, а, за те же деньги. Вон, по Америке так сделали, а, погуглите, граждане, а, полстраны на полставки перевели. Так, что у нас дальше? Ну вот, из-за того, что повысится МРОТ, снизится и налоговая нагрузка на оплату труда. Отменятся налоги на малый бизнес и произойдет снятие другой административной, регуляторной и коррупционной нагрузки. Ну, коррупционную нагрузку-то Путин ее тоже снижает в поте лица уже который год. А касаемо налоговой, ну, мне интересно, как вот у них при капитализме вот получится этот маневр-то. Налоги отменить? Нет, ну, они что-то, значит, налогов меньше, значит, это, и в бюджете денег меньше, соответственно. Ну, да. Но при этом расходы на здравоохранение, значит, на образование выше. Сколько силовиков собираются сократить? Половину минимум. Нет, потом, ну, блин, а вот этих нищих-то, которые сейчас вот они не бунтуют, потому что силовик над ними стоит в дубине. Mm-hmm. А с ними-то как вопрос решать, гражданин Навальный? Да. Может быть, он хороших своих силовиков наберет? Нет, что он своих, это мы даже не сомневаемся.
Это само собой разумеется, что они будут все хорошие, его. Как же без этого? А вот дальше про пенсионный возраст и про достойные пенсии, которые обязательно понизит, Навальный отменит, обеспечит. Отменит путинскую реформу? А, или тогда не про отмену было. Она с 19-го началась, и до 28-го она будет ехать. Короче, это неинтересно. А что он говорил, интересно? Он что-то говорил? Так, ну там... Про реформу-то. Про реформу он... Нет, там он, понятно, не говорил это 18-го года, он потом что-то говорил. Ну, потом, конечно, он говорил, что кошмар, ужас. Но... Нет, ужас, кошмар, это хорошо, а делать-то что, отменим ее? Отменять? Насколько я понимаю, он ее не планировал. Но если найдется какое-нибудь высказывание насчет того, что... Только бы Путин до своего свержения еще каких-нибудь людоедских реформ не провел, то Навальный, я чувствую, постесняется и их тоже отменить. Навальный свою приколюху придумал. Он говорит, что вот надо пенсионный фонд, как перераспределительный такой механизм, ликвидировать вообще. А вместо него... Ну, блин, сначала создаем, потом ликвидируем. Угу. Потом опять создаем. Надо же чем-то заниматься. Да, не очень хорошее занятие. Опять же, денежки граждан в надежных руках. Вот по поводу этих рук. Вместо вот этого пенсионного фонда, по аналогии с норвежским глобальным пенсионным фондом, будет создан крупнейший в мире фонд-инвестор с собственным капиталом. Фонд инвестора, значит, они будут вкладывать эти денежки, да, пенсионные, во всякие проекты. Ну да. Угу. Будут ценные бумаги какие-то в обороте ценные специальные. Ценные бумаги, да. И прибыль получать, да? И платить потом, да, больше. Что-то мне это Мавроди, блин, что-то в этом духе говорил. По-моему, нет, а опять же, тут... Если кто граждане-патриоты там, которые за Путина, то я что-то сомневаюсь, что при Путине это будет что-то другое. Ну, в каком другом виде? Да, видите, реформируют. Скоро дореформируют до того, что оптимизируют. А уже с их сленга анекдоты можно сочинять. Как же будет построен этот фонд? Туда перейдут средства фонда национального благосостояния, так, которые, ну да, и еще принадлежащие государству акции компаний, которые на фондовом рынке котируются. Ага. Вот. И дивиденды тоже туда же отправят. А-а-а. А еще доходы от приватизации и управления госимуществом, в том числе сырьевыми компаниями. Так, короче, вся вот эта движуха по стране начнется, а деньги все... Они несут, значит, в одно место и сложат в один сундук. Не, хороший под план, матрас. Только единственное, надо сказать, надо... Нет, под матрас инвестиционный. Это же объясняет. Ну, матрас. Инвестиционные деньги должны работать. Ну, и любой коучер это объяснит. Но фишка в том, что я уже смотрю, надо смотрящего за сундуком выбирать правильно. Ты же прикиньте, у вас все деньги, блин, и все акции в одном сундуке. Ой, если там что-то будет. Ой, если кто-то проворуется, как это, с Кирофлесом каким-нибудь. Нет, хотя, опять же, граждане, ничего не изменится. Вот я так иронизирую, там проворуются, а типа тут не проворуются. Это опять реорганизация, это бандиты, которые у нас все отняли, знаешь, у них там... Мы снизу с помойки, значит, наблюдаем, как в бывшей нашей квартире у них реорганизация. Там один кричит, такой ремонт делаем, другой. И нам еще кричат, что, слышь, скажи свое слово, ты хозяин квартиры или нет? Вы гражданское общество или нет? Вся власть от тебя здесь. Скажи, я прав, что надо здесь офис делать. А он говорит сам. А вот так мы и живем. Как сегодня обстоят дела? Навальный поясняет, что Газпром и Роснефть. Году. Ну да, да. Газпром и Роснефть платят во внебюджетные социальные фонды 2,1% взносов соответственно. Угу. А 97% уже заносят остальные российские предприниматели. Угу. И это ненормально. Мы развернем эту ситуацию на 180 градусов, говорит Навальный. Чтобы 98 Газпром, а 2% остальные предприниматели. Да, всякие российские. Ух ты! Пенсионеры еще так станут собственниками своей доли в капитале пенсионного фонда, вот этого нового прекрасного. Они будут ждать подачек от государства, как сегодня. Ага. То есть тебе ваучеры, что ли, будут вместо пенсии выдавать, или чего, не понял? Не, ну если там фонд, как это, фонд-инвестор с собственным капиталом, так, то вот каждый пенсионер, нынешний и будущий, будет обладать какой-то частичкой вот этой доли капитала. А, ну я припоминаю что-то вот такое в начале 90-х, там, да, что каждый будет частичкой этих заводов там, да, и такую бумажку сделали ваучер такой. Да. Что-то я помню, потом просто кто-то с сундуком сбежал, что-то закончилось, и теперь мы в своей стране квартиранты. Да, вот гадай, кто это изменит.
Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Лисит Навальный. Ладно, давай дальше, товарищ. А вот в конечном итоге пенсии повысится с 13 до 20 тысяч рублей. По семёре. Каждый. Не, ну это пенсионеры вылезут из нищеты. Определенно. Не, ну с другой стороны, я говорю, если Путин не собирается вообще повышать, тогда Навальный тут в выигрыше. Мой голос ему. Чего, блин? Значит, бабуле семеру и мне 14. Итого, значит, на семью получается пошло, ну, короче, двадцатник с копейками, да? Ну, блин, двадцатник меня прям поправит. Я прям это скандинавской ходьбой от радости займусь. Если цены расти не будут, короче, если цены расти не будут, то двадцатник меня, в принципе, сейчас подбодрит, так сказать, мой бюджет. Я его замечу, ну, на семью. Так что, опять же, Путин, срочно, срочно задумайся, срочно предложи мне хотя бы тридцатник. Срочно надо переписать. Иначе, я за себя не отвечаю, я могу перекинуться к Навальному. Ничего не поделать. Бизнес, да, нас же учат, что бизнес есть бизнес. Где больше платят, там, значит, и это... Здоровая конкуренция. Да, здоровая конкуренция между Путиным и Навальным. Говорю, пусть сядут в кружок и начнут обещать, кто сколько подарит. Но вообще неплохо бы еще заранее говоря, что будет, если он, ну, допустим, вот придет в Кремль и ничего не подарит. Бах. Ой. Не, ну скажешь, по случаю глобальной финансовой турбулентности, просьба всех затянуть пояса. Это же с газом на Украине так было. Когда там Зеленский тоже обещал, что ни в коем случае не повысит цены. И тут ой, и внезапно... А он же демократически избранный. Как же там так получилось? Так он мало того, что демократически избран, он еще и актер известный. Как нет, он мог нет, обмануть? Нет, как так получилось вообще? Честные выборы, вот, демократически избранный политик. Ведь мне еще в школе рассказывали, что если, значит, буржуазный политик, вот он плохо будет политикой заниматься, ну вот, то за него в следующий раз никто не проголосует. И поэтому они все хорошо политикой занимаются. Блин, а с другой стороны, а нахрен Зеленского, чтобы за него еще раз голосовали, если у него после первого раза уже все неплохо. В принципе, это нормальный бизнес. Наши граждане, вот я говорю, вот по поводу вот этих обещалок вообще, вот и прошлых уже перечисленных, и будущих, что вроде как неплохо, зарплат повысить, там все дела. Вы вот если общаетесь вот с людьми, которые по Навальному прутся, вы вот им на полном серьезе, без хихонек и хахонек, вот задайте вопрос. А что будет, если Навальный придет и заднюю включит, короче, он или сделает вид, что забыл, например. Mm-hmm. Что тогда сделать-то с ним? Ждать? Ждать 4 года, а потом опять честные выборы. А, вот с этим как? Вот, ну, может, он дальше в программе пишет. Продолжаем разговор. Высококультурный. Следующий... О программе будущего президента, да. Да, следующий раздел, да, называется... Пока было, значит, сравни с программой Путина и найди 10 отличий. Здравоохранение наладим, зарплату повысим, всем пенсионерам по купону. Бабе цветы, детям, да, мороженое. Да. И вот так. Предприниматели вперед, называется следующий раздел. Предпринимателю мороженое. Вот. Навальный предоставляет широкий набор мер по освобождению предпринимателей от прессинга бюрократии, силовиков и монополий. Хватит кошмарить бизнес, как завещал нам великий Путин. Именно я так. Я смотрю, Навальный чтит наследие этих великих предков. Ну, то есть он как настоящий новатор, не отрицает классик. Стоит у них на плечах и смотрит и дальше выше. Ну, да, надо еще лучше обещать повысить пенсию. Преемственность определенная. Преемственность. Так вот, значит, кошмарят все подряд, кому не лень, и бюрократия, и силовики, и монополия. Ну, я уже Путин рассказывал, ты мне, да. Ты мне не пересказывай Путина, Навального читай. А, ты его и читаешь? Да, да, да. Мы реализуем программу демонополизации экономики и снизим монопольные цены. Сократим численность контролирующих органов, а часть из них ликвидируем. Знаете, если у нас пара спекулянтов, то им выгоднее продавать подороже. А если у нас будет много спекулянтов, им будет выгодно продавать подешевле. Нет, в какой-то момент, может, они даже демпингуя, друг дружку подсиживая, может, что-то и подснизят. Но только фишка в том, что эта демонополизация, она приведет-то к той же монополизации в концов.
так и будем, как белка в колесе, бегать. Монополизировать, демонополизировать. Конкуренция этого, он же говорит, конкуренция, конкуренция. Конкуренция – это же борьба. В борьбе есть победитель. Вот это и есть монополия, наш победитель. А вы хотите, значит, ты всех победил, и тут тебя, значит, это разорвали на много кусочков. И давайте опять все друг друга побеждать. И так мы прорвемся, типа, на мировые рынки. Там же одни лавочники, да, вот, на мировых айфоны там клепают в сарае. На колен. Стив Джобс, как известно, он чуть с гаража вышел со своими этими. А, надо всех срочно выдать всем по гаражу. Обратно в гараж. Всем по гаражу, короче, блин, даже у кого завод, ему тоже гараж, короче, блин, пусть, тогда у нас будет много заводов новых, правильно? Как ликвидируют они, значит, контроль? Запретим, говорит, проверки бизнеса. Контроль операций будет переведен в электронную форму, а проверки непосредственно на предприятиях будут проводиться только по решению суда при наличии серьезных подозрений в нарушениях. Ну, а сейчас что, суды-то при наличии серьезных подозрений? Сейчас-то они тоже проверками занимаются, только они еще и... Ну, короче, меньше проверок, да, я помню, да. Блин, а потом что-то, блин, когда там что-то погорел какой-то клубешник, блин, сказали опять больше проверок. Да, было. Да. А теперь опять меньше проверок, но уже без Путина. Хорошо. Отменим налоговый учет и полностью перейдем на бухгалтерскую отчетность по международным стандартам. Нет, опять же, я говорю, в целом-то, если бы у меня какие-то были, блин, основания полагать, что Навальный, как сказал, так и сделает. Нам чем меньше, значит, буржуйского контроля, тем лучше. Чего реально этих паразитов развелось, там каждый рублик норовят усчитать. Mm-hmm. Да только вот нифига же, мне сдается, Навальный никуда их не денет. Слушай, куда для начала эту ораву деть-то, блин? Уже все. Нет, Беломорканал, а это только мы будем строить. Беломорканал. Ну ладно, как мы все это видим, давай потом. Да. Давай, товарищ, изучим программу, а потом скажем нашу. Что-то накипело прям. Прям накипело. Задолбали одно и то же предлагать. Подрезать друг у дружки тезисы. Mm-hmm. Кто у кого спер? Путину Навального. Навальный у Путина. Не, ну Путин раньше написал. Ну вот. Как бы... Вот, значит, Навальный насадил у Путина и выдает за свое. И говорит нам еще не воровать. Вот, глядите, граждане, на этих лицемерах. А сказал Иисус! Горе вам, лицемеры, отродье змеиное, как-то так. Ладно, давай дальше. В общем, запретят возбуждать уголовные дела в случае рассмотрения этого же дела в рамках коммерческого спора. А также... Сейчас реально у них прям прием, как раньше киллеру заказывали. Mm-hmm. А сейчас оперу знакомому. Все, это есть. Только опять же, ну а куда ты от этого денешься-то? У нас эта банановая республика, она ни во что другое не превратится. У нас периферия капиталистического мира. Вон США в агонии бьются. Mm-hmm. Не знают, куда этих лишних бедолаг девать. Вся Европа тоже. Уже все, блин, уже кто за капитализм топит, ему вообще так тяжко, блин, теперь спорить. Раньше все на Европу кивали. Я говорю, а что там тогда эти желтые жилеты-то бунтуют-то? От хорошей жизни, что ли? А они, самое главное, тут начинают включать такого Путина, ну, как вот Путин вечно говорит, что там, да, с этим Соловьевым, своим напаром, uh-huh. и с Киселевым, что кто вышел там, сами виноваты, мол. Ну, типа, всякие неудачники там, всякая прочая херня. А у этих то же самое, когда про европейских, про американских. Да у них они охренительно живут, мол, там жиру бесится, да. Вот и бунтуют, да, негры от хорошей жизни, блин. Со времен «Брата 2» не изменилось у нас представление, да, что они там всем рулят вроде как и всем свою волю навязывают, но при этом живут в говне. Какой, блин, чего же они эти особняки себе не отберут, а им, наверное, больше в трущобах нравится. Ладно, давай дальше. Что там у нас? Запретят? Блин, это у нас Медведев вообще там по экономическим преступлениям сказал не сажать. Да. Я помню. И вот тут ровно что? То же самое пишет Навальный, что, ну, в общем, нельзя будет предпринимателей по стражу помещать по экономическим преступлениям до вынесения приговора. Ну, только охрененно. Вот. А что, по-моему, это уже не введено разве у нас? Нашими-то, блин, этими. Может, ты прям проверь, товарищ Громов. Проверь, да это самое, если мы ошиблись, так и скажи. Ну, я вот помню же, что-то был разговор, и Медведев вот так и говорил. А, просто сейчас столько всего происходит, товарищи, столько всякой чернухи,
что такие вещи уже и забываются. Великих людей изречения предаем забвению, и история нам этого не простит. Сейчас товарищ Громов найдет. Да-да. Давай так, реформа права избавит бизнес от обвинений в экономическом криминале. О, Путин обсудил с членами РСПП декриминализацию экономических преступлений. Вот, товарищ Громов и нашла. Вот о. Путин, оказывается, опять обсудил. Вот 23 октября 2020 года. Видишь, все чаяния Навального-то уже все. Уже все обсуждаются. Может, он новости просто не читает? Он читает. Может, он программу переписал. То мы столетнюю программу взяли, наговариваем. Получится, как тогда, вот когда просяленный Попов. Оболгали, скажем, Лешу, и он уже все нам в связи с коронавирусом новую программу написал, где вас в Гугле забанили, что ли. У него по коронавирусу отдельные тезисы были. А мы смотрим его президентскую именно программу, когда он баллотировался. И он же, наверное, вот сейчас у него будет много времени подумать о том, как дальше его. Я не представляю даже, когда о твоем здоровье лично Меркель справляется. Знаешь, как ты там сидеть будешь? Ну, очень хорошо. Но главное, что с мыслями о России. И как свою программу можно дополнить. Как вот когда Ефремова сажали, там, наверное, вы знаете, всех Хазиева там... всех этих наших колоний, только их пальцы скрестили, только ко мне. А сейчас, наверное, вот с Лехой, наверное, или только не ко мне. Что это, комиссии каждый месяц там от Евросоюза, я ему ёлы-палы, придется там бегать за каждым шнырем отдельно погонять его, чтобы он там все драил. Ужас, да. А бонусов от него никаких. Денег с него получать себе дороже. Сразу, опять же, из этого испасемный запрос придет. Да. Ну все, а на твое место волками смотрит человек 10. Только ждут, когда ты оступишься и накосячишь. Как тяжело жить тюремщику, да? Да. Да. Не позавидуй. Да. Это единственное это. Из киберпанка. Из этого годная шутейка была. Когда там вначале он с ментом говорит, там главный герой. И мент вот такой вот. Я, говорит, вот сижу на вас, смотрю, там типа как-то бандист. И человек думаю, как хорошо, что я не на той стороне стола сижу. Он говорит, ну гражданин начальник. Я вас понял. У меня та же фигня. Не хотел бы я быть тюремщиком. А тюремщик не хотел бы, наверное, быть мною. Ладно, давай вернемся к нашим Навальным. Да. Так вот, значит, остановились мы на декриминализации. России. Пролистываем, короче, Путин обещал. Да. Все сделал. А Навальный еще говорит, что созданная, новая, видимо, судебная система будет полностью независимая от исполнительной власти и надежно защитит частную собственность от рейдерства и произвола госорганов. Это все Конечно, частную собственность. Я так скажу, дорогие товарищи. Это, конечно, очень все красиво, да. Если бы у меня была собственность еще какая-нибудь, я бы, может, даже заинтересовался этой программой. Но это все в контексте предпринимательства. А мне вот интересно, в контексте предпринимательства, там это вот барагозит на улице толпа, там же не предприниматели, мне так думается. Предприниматели, они в лучшем случае там по телевизору это смотрят, правильно? Или по скайпу там в трансляции. Онлайн-трансляция дождя. Да, где-нибудь там дождя. Угу. А барагозит, у них никакой частной собственности нет. А ребятушки, а у кого частной собственности много, у него и сейчас с судами все в порядке. Ну, он порешает. Не, понятно, они хотят, чтобы на них не кидались. Это законно, как бы хорошо, но мы-то нас-то это каким боком касается? У нас собственности нет. У нас вон там 19 триллионов долгов по кредитам. Что там, триллион, по-моему, по ЖКХ. Вот с этим что делать? Но зато Навальный нам предоставит уникальную возможность. Те года было 14 триллионов, полмиллиарда по ЖКХ. Ну, то есть проблема усугубляется, я вот к чему. Но мы же все сможем стать бизнесменами, которых не будет. Это нам, опять же, и без Навального прекрасно объяснил этот наш Медведев, вождь наш. Ну, сказал, идите в бизнес, там все деньги. Еще поменяем, чтобы Навальный нам еще раз сказал.
Он, наверное, уже видит, скажет, ну что, вам по-китайски, что ли, повторить? Идите в бизнес. Нет, ну вот сейчас у нас будет масса силовиков безработных, масса чиновников. Да, в бизнес тут же процветет. Ой. Хотя, наших, зная наших силовиков, они как свои эти подвалы-то. Да они тут, не знаю, золотой мост до Луны построят. А вот дальше еще цитата очень интересная, прям отдельно красиво так выделена. Так. Значит, Алексей Навальный. Россия, ой, точнее, в России сейчас какой-то непонятный капитализм, при котором государство контролирует больше половины экономики и командует бизнесменами. Такая система мешает развитию страны. Ну, капитализм мешает развитию, на самом деле, страны. Ну, может, он вот непонятный какой-то. Неправильный, да. А правильный — это где, значит, Стивы Джобсы бесконечно там в этих из гаражей раскручиваются до мегакорпораций. Проблема в том, что когда один Стив Джобс, вот как он с гаража раскручивался, мы опустим. Ну, да. допустим, с гаража. Но он уже раскрутился, и уже твой гараж будет уже конкурировать с его мегакорпорацией. Вот в чем фишка, так что это не работает. А если мы каждый раз, когда, значит, Джобс у нас, значит, раскрутился с гаража, а мы его опять раскулачим. Да. И опять, значит, по кускам распродадим и скажем, значит, мне опять раскручивать что-нибудь с гаража опять заново. Не, а вот интересно, в этом случае государство не будет контролировать больше половины экономики, если оно пойдет раскулачивать Стива Джобса? Я не знаю, что он там будет контролировать, как что будет раскулачиваться. Там рынок, что ли, все порешает. Очевидно. Ну, это и... опять, это нам уже рассказывали и до сих пор рассказывают. Я говорю, я пока, опять же, отличия от Путина не вижу. Он тоже говорит, инвестиционный климат, все он там улучшит нам. Mm. Все, зоны какие-то свободные там насоздает. Деловой, опять же, разговор. Вот конкретно, езжай туда, не плати налоги. А вот, кстати, про налоги. Мы отменим налоги на малый бизнес. Так. Сегодня они дают в консолидированный бюджет лишь менее 0,5% ВВП. Ага. Вот, а при этом для административного содержания держится огромный штат бюрократии. Угу. Проще предложить... Нет, ну, блин, понимаешь, если вот ты вот, нет, ну, прикинь сама, вот ты завел у себя кучу ларёчников, да? Тебе же надо каждый ларек проверить. Ну, а то тоже, блин, знаешь, кошмарить бизнес, кошмарить, стебемся там, стебемся над этими проверками. А получается, какая-то интересная, без проверок они начинают там крысиное мясо там в шаурму заворачивать. Понимаешь? То есть, а нам-то, блин, вот нам-то получается, что так, что нам много проверок, а тоже. Они больше денег отдают, значит, получается, этим самым всяким комиссиям, и, получается, кормят нас тоже всякой херней, чтобы эти издержки компенсировать. Мало проверок, но они во все тяжкие начнут на спиртном рояле опять травить. Ну, что так плохо, что так плохо. Нам плохо, опять же, блин, не из-за того, что там где-то злой Путин там с армией чиновников. Злой Путин с армией чиновников — это как раз неизбежное при капитализме зло. Понимаешь? Как раз потому, что все общество атомизировано, каждый на себя одеяло тянет, каждый пытается за счет всех других нажиться. Каждому другие по барабану, я хоть буду их там метиловым спиртом травить. Понимаешь, лишь бы они мне сначала копеечку занесли. Ну, вот. Кстати, по поводу копеечки. То есть, вместо того, чтобы вот этот вот административный штат, который будет проверки проверять там свои и так далее, проще предложить малым предприятиям ежегодно платить в бюджет патентный сбор, полностью освободив их от дальнейшего налогового контроля. Mm-hmm. Вот. И дальше поясняет, что малый бизнес нужен для создания рабочих мест, обеспечения... Я просто, не, я достаточно стар уже, чтобы помнить, как нам в нулевые там втирали, что надо всех налогами обложить, вот эту базу создать, у нас будет общичок, тогда, вот, тогда заживем. А теперь нам, значит, втирают, что давайте, опять же, что тогда сделано, блин, давайте разбираем, блин, сделаем, как вот было до того. Не, я при том припоминаю, что до того оно вот все было, вот как Навальный рассказывает, но что-то счастья тоже что-то как-то не было. А вдруг что-то поменяется? Вот мы откатимся назад к этим системам. Нет, оно, мы в любом случае, мы и при Путине к ним откатимся. Путин же тоже он демонополизирует, приватизирует, понимаешь? С налогами постоянно вот тем убавим, тем надбавим, каждый раз под новым соусом, понимаешь? С чиновниками, а что, при Путине, мне этих не оптимизируют, что ли, чиновников? Да только все новости там оптимизировали, сям. Полицию сколько раз реорганизовывали, что вот, много штабных, в поле мало бегают. Вот давайте штабных сократим, этим зарплату прибавим.
Ну и что-то и каждый раз делают, и делают, и делают, и делают. Как в том анекдоте, говорит, все пью, пью, и мне все хуже и хуже, и что ж такое. А говорит, ничего, как лосю сказать, ничего, тебе, блин, из дробовика бочину прострелили. Так это вот капитализм, блин, ребят. Навальный, я говорю, если его и посадят, блин, в Кремль, он там такой же будет Путин. Может, под другим соусом. Политика-то все та же. Вы вот спросите, опять же, кто там трется с этими навальнистами. Вы спросите, а вот что вы будете делать вот с кредитом? Вот, скажите, 19,3, короче, триллиона. Да. Должны банкирам. С каких, блин, с кого перепуга, непонятно. Ничего никто не сделал себе. Все во дворцах должны жить, да, такую кучу денег. А куда спустили? Да по большей части, блин, просто тупо покупали, блин, всякую по бытовухе всякую фигню. Да. Один телевизор там купил, другой ремонт сделал. А сколько хрена все это так подорожало-то? Что ты, блин, ремонт сделал и встрял на бешеные триллионы? Как так? О, а вот так. Вот что вы с этим будете делать? О, вот что интересно. Потому что это вот реально, это многих волнует. А кто к этим микрокредитным встрял? Нет, вот опять же нам рассказывают же, да, Навальный, что у нас тут цены завышенные, все такое. Ну, то есть, блин, при таких раскладах, да, мы уже не будем, да, телевизионные эти гнусные киселевские байки там повторять, что сами виноваты. Ну как сами виноваты, если бы их вынудили в два раза больше платить там за ЖКХ. А вот им пришлось, чтобы как-то выкрутиться, брать эти микрокредиты, которым вы опять же дали зеленую. Че, их тогда все признаем преступными организациями, что аннулируем? Вот у них там самый разбой, я чувствую, там сколько там набежало, небось. Именно вот от этих ребят, которые там 5 рублей. Да. Типа, да, тебе дают, а верни 30. А, что с ними будем делать? Вот что многих волнует. Действительно, он ездил по стране, да, говорит. В поездках это много думал, да, из окна Мерседеса. Все печалились об России, как там бедная она. Ну что же, никто не сказал, что в кризисах все задыхаются. Уже даже путинский агитпроп какое-то кино там снял на эту тему. Что-то как Путин там куда-то ездил на каникулы. Даже там уже это поднимается, что в кредитах все волнует, там правда. Нет, да. Может, и про Навального тоже снимут кино скоро? Нет, безусловно, снимут. На Украине, тем более, мы опробовали новую, новую схему. Но сначала снять кино, а потом в президенты, например. Да. Очень, очень здраво. Тоже, кстати, много вот этих всяких шоу. На велосипеде ездить там на работу. Ой, как хорошо все это звучало. Что-то где-то велосипедов до сих пор не видать. Не, а ну и главное, мне, собственно говоря, вот кто сильно по этому поводу парится, по мне, если это будет вот человек, который реально мне делает как лучше жить, я первый скажу, что сделайте ему бронированный, блин, лимузин, знаешь, чтобы он там отдыхал, чтобы лишь бы он нормально себя чувствовал, блин, лишь бы он подольше, блин, рулил. Я вам скажу, перепишите все конституции под него, и пусть он будет. А еще вот в контексте... Он хорошее бы мне сделал, да, давай контекст. В контексте предпринимателей, вот последний завершающий абзац, но очень интересный. Значит, Навальный говорит, что мы помиримся с цивилизованным миром, прекратим агрессию в отношении Украины и таким образом добьемся снятия санкций, которые мешают нашим предпринимателям торговать с внешним миром и брать дешевые кредиты на мировых финансовых рынках. Очень хорошо. А только обратите внимание, что это по всему цивилизованному миру происходит. Они все друг против дружки санкции понавводили. Угу. Даже у тех, кто с Украиной рядом не стоял. У них идет вот этот самый вот этот процесс, как раз вот что он все хочет. Демонополизация, там прочая фигня. Все рушится, все разваливается. А он, все бунтуют. И все бунты, опять же, к свободным выборам все сводится. То есть, если это везде происходит, а вы хотите, чтобы у нас не происходило. Не, ну а в Америке что у них там, вон кипиш, у них Путина же нет. И выборы честнее некуда. Че, как так получилось, блин, что там что-то они вылезли с автоматами аж уже. В следующий раз я чувствую, что-нибудь взорву. Все это прям... Законы драматургии прям требуют. Не, правильно, да, чеховское ружье. Ну да, да. В этот раз они уже засветили вон автоматы. Угу. Ну, значит, следующие выборы, ну, грядет веселье. Я, кстати, забавная ситуация. Вот на этих шествиях мирных
значит, 23-го, 31-го. Кстати, вот, между прочим, отличная, наверное, тема подгадывать вот эти все движники под выборы. Вот, это как бы очень по-товарищески по отношению к полицаям получается, да? Чтобы они заранее ждали, когда там ждать бурю, вот, заранее знали, чтобы они подготовились, да, а то как-то без объявления войны, как фашисты, да, в 41-м. Ну да, а так, все не, же, так не делают. Все же люди приличные, надо друг друга предупреждать. А под выборы, как бы буржуи же стараются показать, что это мероприятие очень важное. Вот вы своими протестами, вот именно под это мероприятие, подчеркнете его важность. Тем самым, вот, это к вопросу у тех, кто же поддерживает, что-то ходить, да. Вот. Они же пытаются парламентский кретинизм привить. Видите уже, какими способами уже до чего дошли. Буржуины там. Что аж мы будем народные бунты устраивать. Что все... а ради чего? Значит, мы будем требовать, чтобы все не по Марксу работало. Маркс объяснил, что, блин, ребят, эта хрень должна вас давить. Она для этого, блин, создана. Это мясорубка на самом деле. А что это для общей пользы, это вот придумал, кто у ручки стоит и ее крутит. Для вас полезно в фарш превратиться и там в виде котлеты там вывалиться с другой стороны. А мы, значит, будем прям, нет, пусть все будет по-честному. И какой-то там небесный, блин, капитализм, где, видимо, дворники там баллотируются. А это опять же, вон при Путине сейчас дворники баллотируют. Вот сбылись мечты народные. Чего, утрись, Навальный, вон при Путине дворники становятся. Кстати, как там, между прочим, наверное, процветание дворничих же, наверное, честное. Да. Она же не берет там, ну, кстати, не берет взяток. Вести как-то... Кто вот берет взятку, чтобы, блин, эти вот ценники менялись, блин, чтобы больше и больше, или в каком-нибудь там другом. Прошу, вот кто берет взятку, у меня вопрос, чтобы менялись ценники в магазинах вот все время? Это кто такой взяточник? Почему у нас там на хлеб в 5 раз цена там завышена по сравнению там, со стоимостью производства, там, доставки и прочей фигни? Mm-hmm. Это кто, что за взяточник такое сделал? Что у нас происходит там вот помимо того, что, значит, буржуи нас кидают по закону, да, как каждому марксисту известно, прибавочной стоимостью. Вот. Так помимо этого, они, значит, нас сейчас кидают еще противозаконными всякими методами. Это любой, кто сейчас работает, где угодно причем. Журналист, маляр, там, блин, да пофиг. Тебе каждый сейчас скажет, что начальство вообще обурело. Угу. Вот. Натурально. И дворник согласится, блин, да и чиновник, я думаю, тоже. Скажешь, что-то раньше было просто вздорное, а сейчас что-то вообще не, что-то как-то за гранью добра и зла. Ну, вот с этим что делать будем? Работодателями. Что-то у нас вон скажешь, что работодателям волю дадут, а что их приструнят немножко. А что у нас задолженности по зарплате, там, по стране, у них по официальной статистике, mm-hmm. а между прочим, швыряют-то на зарплату, блин, еще легче и больше, блин, там, если ты официально-то не устраивался. Понимаешь? Mm-hmm. А. То есть. Большая часть туда не попала, но там даже по официальной статистике получается, что как раз чуть ли не сколько по ЖКХ должны, вот это задолженность по зарплате. Угу. Такая же. Тоже там под триллион. Или сколько там, не помню. Не суть, важно. С этим что-то будут делать? О, тоже непонятно. Тоже, видать, он прослушал, пока ездил по стране. Ну, видать, понятно, он общался, видать, только с предпринимателями. Простой народ не был оповещен, что приедет Навальный. Поэтому только предприниматели рассказали, как им плохо. А остальные не успели. Ну, что там дальше? А дальше отдельный пункт, который называется «Экономика без коррупции, монополий и бюрократической удавки». Вот. Нет, и... ну то есть мы как бы расписываемся, что у нас не будет Apple. У нас не будет Форда. А как же, у нас не будет там Мерседеса. Ну, это все монополии. Ну. Знаешь, вот, а монополии у нас, значит, не будет. Но у нас при этом будет процветание. У каждого будет свой ларек. И этими ларьками мы ракету в космос запустим. Короче, все вместе. И улетим на ней. Или Навального отправим. Нет, ну идея... Догонять теслу, блядь. Идея построить свой ларек, она же...
насаждается повсеместно и действительно развивается. Да, 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 гараж. Заведи гараж, да. И фарда. Но сейчас же есть отдельные, допустим, курсы для, ну, для тех, кто хочет стать предпринимателем, там, да, надо занести кругленькую сумму. Эти курсы, они как бы создают множество высокооплачиваемых рабочих мест. Да, рассказывают. Своим фактом своего существования. Во-первых, а во-вторых, там расскажут еще, как, например, всякое китайское барахло можно перепродавать на всяких наших онлайн площадках торговых. А, да, отлично. А то мы удобно. Без них не знаем, да? Все, купи за рубль, продай за 3, да? Ну да. Великая мудрость барыжей. Это я как помню, Березовский пытался там в ток-шоу объяснить, почему он умный, почему то, что он, если он заработал. Что-то я тогда мелкий был, мне даже тогда показалось неубедительно. Да, ну ладно, да, вернемся к моей прохладной персоне. Давай дальше. Так, значит, путинская система, пишет Навальный, построена просто. Она все время увеличивает поборы с честных предпринимателей и простых граждан в интересах ограниченного круга чиновников, их родственников и друзей. Чиновников? Да. А также связанными с ними монополий. А, все. То есть это такая вот цепочка. Ну там, правда, да. Нет, ну картина верная, о чем? Монополии. Да. И их чиновники творят с обществом все, что хотят. Да. Тут почему-то чиновники во главе угла. Охренеть, мы не хозяина фирмы, значит, главным считаем, а этого юриста. Почему юрист? Почему нотариус главный? В целом-то верно. В целом верно показано. А как еще? А как по-другому-то? А вот нет, как вот этот Ходорковский, который вот это дело поддерживает, в 90-е еще написал. Что кто платит больше всех, тот и музыку должен заказывать. Вот, я не думаю, что Ларёчников имел в виду. А, ишь какой. Нет, а теперь, он, значит, топит вот за это, да? Забыл, что писал. Цитатку-то поставишь. Там товарищ Громова зачитает сейчас с выражением «избранные места из книжки Ходорковского». Вот как он мечтал, чтобы у нас все было. Цитирую. Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин. «Человек с рублем». Книга 92-го года издания. Раздел называется «Стыдливая Фемида». Все шло в соответствии с нормами римского права. «Делаю, что бы ты сделал». Советская Фемида от бессилия стыдливо прятала глаза под повязкой. Разрубить этот гордиев узел в состоянии только рынок, открывающий путь к богатству для всех. Значит и к равенству, самому настоящему равенству. Не к диктату потребителю, а к диктату потребителя. Который он и только он заказывает музыку. «Эк, хватили!» – воскликнет недоверчивый читатель. «Рынок приводит к социальному расслоению. У кого-то будет пусто, у кого-то густо. Это что же за демократия получается?» «Самое натуральное. Равенство старта. Дальше кто на что способен. Пенять только на себя. Особенно если до этого жил по принципу «пей, гуляй, один раз живем». Забег длится бесконечно. Вперед уходят самые подготовленные. Как правило, они отрываются все дальше и дальше». То есть вы можете увидеть, что чаяния Михаила Борисовича сбылись вполне, а он что-то еще недовольный. Ни хрена себе, еще Леху там пиарит. Хитро устроился. Может, в 90-х у него изменилось представление о жизни? Он же успел еще и в тюрьме побывать. Вот, я говорю, с ума тюрьма дадут ума. Русская народная пословица. Ишь ты какой. Так, ну давай дальше. В общем, про путинскую систему Навальный сказал, как там все устроено. От чиновников до монополий. Мы, то есть команда Навального, видит экономическую систему совершенно иной. Компактное государство, предоставляющее обществу важные социальные и инфраструктурные услуги, то есть медицину, образование, транспорт, пенсионную систему. При полном невмешательстве в экономическую жизнь страны. Я говорю. И отсутствие госмонополий как класса даже тут написано. Как концепция имени Алисы Розенбаум, да? У нас либертариан. Да, ну, в первую очередь тебя, товарищ слушатель, грабит вот твой как раз работодатель. Как бы все остальные вот эти коррупционеры, злые менты, они тебя грабят эпизодически. А работодатель тебя грабит буквально каждый день. Причем как по закону, то есть прибавочная стоимость, это ни в одном законе не прописано, что ее нельзя изымать. То есть заставлять тебя полдня за бесплатно трудиться. Так еще и говорю, ну тупо вон сверхурочные, например, тебе не оплачивая. Или зажимая отпуск твой. Знаешь, или не повышая тебе зарплату лет 5 подряд. То есть вот первый-то грабитель. Но понятное дело, я говорю, что
наш гражданин Навальный очень за предпринимателей переживает. Ну, я говорю, вот барагозят-то не предприниматели же на его этих пати. Нет, ну там наверняка какое-то количество предпринимателей существует, присутствует. Нет, ну присутствует, но я что-то думаю, что вот в автозаке вот сколько едет. Я говорю, их присутствие понятно, если бы мне так пообещали красиво. И у меня еще были основания полагать, что кто-то обещает, меня точно не обманет. Я бы и сам, может, писанулся. Ну вот я говорю, вот я не вижу, что тут тем, кто не предприниматель-то, предлагается-то. И только расскажешь, что госмонополии, значит, что вот Путин собирал, и что нам преподносилось как победа, это, значит, было плохо. Возвращаемся опять, как в 90-е было. Ну, блин, отлично, просто в 90-е тоже особо хорошо-то не было. Может, предпринимателю было и полегче. Я хрен его знает. Я, опять же, предпринимательством не занимался. Но у Навального же все-таки отправная точка – это коррупция. Вот у него все его видео посвящены. Нет, понятно, понятно. И вот что он предлагает. Да, психологический прием такой, ну. Значит, ну понятно, что триллион рублей, значит, должны были пойти в одно место, пошли в другое, так далее. И вот они в ФБК научились эффективно отслеживать и выявлять коррупционные государственные закупки. И смогут применить их уже и мировые лучшие практики в масштабе всей страны. Ну, короче, блин, просто после победы ФБК, значит, переименуют в УБ. Ну да. А УБ переименуют в колонию номер 43. Я понял. Ну, опять же, я думаю, что если сейчас УБ спросить, или как они сейчас даже называются, хрен их знает. Я уверен, что они скажут, что у них самые передовые техники отслеживания всякой фигни незаконной и, значит, эти проверенные практики преодоления фигни. И вообще по борьбе с фигней они самые рулевые. И не надо нас менять на ФБК. Дело-то не хитрое. Да, ну ладно, давай дальше. Ну, в общем, снова хочет сократить всех чиновников и силовиков. Как Путин. Я говорю, Путин их тоже оптимизирует. Так, дальше. А дальше мы проведем, пишет Навальный, глубокую демонополизацию стратегических секторов экономики. Будем развивать в них конкуренцию, что резко снизит не только расценки на услуги энергетических, транспортных, коммунальных монополий и на госзакупки, но и ставки по кредитам. Не, ну я буквально то же самое слышал, когда Чубайс демонополизировал эту энергетику. Угу. Буквально тоже, что конкуренция, что приведет, что цены снизятся, а теперь вот Навальный пишет, что все завышено, все неправильно платим. Может, не демонополизировали? Надо еще, наверное, поделить. Но проблема в том, что у нас, если у нас эти товарно-денежные отношения никуда не денутся, так у нас эти демонополизированные, они опять рано или поздно монополизируют. Или еще быстрее, их какая-нибудь готовая монополька придет и купит. Вообще, наверное, быстрее всего будет так. И они уже монополизируются уже в ее составе. Это какая-нибудь иностранная, наверное, будет много. А для нас, знаешь, блин, как у товарища Шолохова, часовой пеньшим пнем в сову. Типа наши эти British Petroleum, кто хозяин, они нас любят меньше дерипаски. Что-то мне сдается, что так, блин, да господи, при Путине вон продали кусок Роснефти Петролиуму, и чё? Нормально, а за это, между прочим, тогда Ходора крыли. Это, кстати, мы вот теперь опять тоже припомним. Что тогда преподносил, что ишь, гад, хотел ЮКОС-то англичанам продать. А теперь бах, мы сделали Роснефть и продали ее там половину. Я не помню. Короче, товарищ Громов вот сейчас найдет и зачитает. Значит, открываем официальный сайт Роснефти и смотрим структуру акционерного капитала. Там написано, что в состав акционеров, то есть держателей акций ПАО «НК Роснефть» по состоянию на 1 октября 2020 года входят следующие акционеры. На первом месте АО «Роснефтегаз». И сноска. «Роснефтегаз» находится в 100% федеральной собственности. 4 с лишним миллиарда акций принадлежит АО «Роснефтегаз», и доля в уставном капитале составляет 40,40%. На втором месте как раз BP Russian Investments Limited. Там уже 2 с лишним миллиарда акций, и доля в уставном капитале почти 20%, 19,75%. Еще надо отметить, что в 2015 году BP впервые получила 2 места в Совете директоров Роснефти. Всего в Совет директоров Роснефти входит 11 человек. Поехали дальше, товарищ Громов. Это все хорошо, но что дальше? Дальше как раз вот эти ставки по кредитам. А, ура! Так, значит, ставки по кредитам. Что с ними делать?
Текущие заоблачные ставки на фоне рекордной прибыли банков, прилежащей на лопатках экономики, это прямое следствие доминирования узкого круга госбанков на банковском рынке. Сегодня они, вот эти госбанки, контролируют 2/3 активов банковской системы. Вот. Для того, чтобы исправить ситуацию, мы кардинально изменим отношение к банковскому сектору. Вместо привилегированной сферы экономики, собирающей весь жирок и выкручивающей руки честным предпринимателям, банки станут обычной инфраструктурной единицей, высококонкурентным сектором, в котором будет вестись борьба за клиентов путем предложения более привлекательных условий обслуживания при разумной марже. А это, короче, нам то, что только что пихали про энергетику, да. Теперь то же самое в нулину по поводу банков. Ну, то есть, опять же, да, то есть вернемся к тому положению, когда у нас дохренище маленьких банков, они весело раздают кредиты направо-налево. Угу. Как раз вот сейчас вот эти микрокредитные организации. Ой, они, наверное, вот у них, наверное, накопилось уже лавета. Куда теперь развиваться-то? А вот, пожалуйста, можно банк свой замутить будет. Сразу солидней контора смотрится. Нормально. Нет, ну опять же, я говорю, объективный процесс. И видишь, они расширяться как только некуда стало, они начинают, значит, сами себя пожирать. Угу. Пожалуйста. И так вот это колесо, значит, вот эта система крутится, все крутится, крутится, товарищи. И пока мы капитализм не поломаем, она так и будет крутиться. Монополизируем, демонополизируем, монополизируем, демонополизируем. Только еще у нас сейчас фактор такой, как Китай, то есть у нас еще, в отличие от того, что 100 лет назад было. То есть теперь у нас, значит, в капстранах даже после кризиса ни хрена не восстанавливается. О, что интересно. Потому что у кого деньги появляются, они лучше вот с китайцами договор заключат и в спекуляции их прокрутят, чем будет завод строить. Вот. И нас это что? Нас это тоже затронет. А куда мы денемся? Ладно, давай дальше по спасению от бед капитализма. Значит, далее Навальный планирует отменить неналоговые поборы типа Платона, утилизационных сборов, капремонта и т.п. Вот, ладно, да, и т.п. Угу. Значит, опять же, граждане, кто трется с навальнистами, вот спросите, тут, а если вдруг Навальный вот придет и не отменит Платон? Ой. А ему напомнят через год, а он скажет, что я такого что-то не обещал. Или вообще я комиссию собрал, вот, чтобы это вот, мы рассмотрели, вот, вынесли, значит, меморандум, вот, что встретимся в том году и обсудим еще раз. Знаешь, что тогда делать? Что тогда делать? Так вообще, нет, так вообще хорошо, конечно, Платон отменить. Для того ли его вводили? Что-то несомнительно. Мне как-то сдается, что это такая вкуснятина. Что это отменится, оно как бы явочным порядком, когда у нас как раз эти монопольки, вопреки всем этим словесам всяких там Навальных, они монополизируют окончательно этот рынок грузоперевозок. И просто не будет никаких этих частных фур. А все фуры будут какой-то фирмы, а всего их будет пару штук на страну. И тогда, да, может, Платон отменят. Ну, действительно, что, две конторы, они сами в бухгалтерии справятся со своей. Да. Ну, мне интересно, тут постоянно технологии, значит, технологии не берем. Откуда деньги-то на медицину-то с образованием возьмутся? Так всех чиновников за руку поймают во время... В принципе, если так подумать, смотри, если у одного полковника на хате лежит натурально там бюджет Москвы. Понимаешь? А если там генерала, например, там посмотреть у него по всем этим... А сколько у нас генералов? Садовым домиком, да. А сколько у нас генералов? Все сложили, поделили, значит. Действительно. Ну, нельзя, понимаете? Нет, тема хорошая, товарищи. Мы это непременно сделаем потом. Только сначала надо спекулянтов отменить. Потому что если вы их не отмените... то все, вот что вы раскулачите, этих чиновников, там, этих генералов и прочих, это все в карманы спекулянтов перекочует без всяких коррупционных схем, просто вот само собой, по закону.
Так. О, а дальше внезапно для обычных граждан, наконец-то, для обычных граждан предлагаемые нами меры по демонополизации будут иметь... Это нам почетное звание такое, обычные граждане. Короче говоря, и для обычных граждан вот эти вот меры по демонополизации будут иметь очень простой и заметный повседневный эффект. Ну да, мы же поняли, что да. Цены все упадут. Не, прекратится рост коммунальных тарифов. Ну да, не, отлично, отлично. Потому что коммунальные монополии теперь лишены прав повышать тарифы. Путин за это бьется тоже неустанно. Они да. постоянно проводят совещание за совещанием. Чего эти тарифы растут, сволочи? Стихийное бедствие какое-то. Вот. Так что я не знаю, как Навальный со стихийным бедствием собирается бороться административными какими-то мерами. Смахивает мне на себя, на магизм какой-то. Так, ну ладно. А еще? Еще снизится стоимость жилья. А, потому что... льготную ипотеку нам. Путин нам тоже каждый год все выступает. А в этом Ой, да. году как выгодно, а в том году. А вы Навальный тоже. Ну вот Навальный как себе картину видит? Он говорит, что сегодня, ну, то есть 2018... Как буржуазия решает жилищный вопрос. Да. Кстати, наверное, сейчас Навальный по ней будет шпарить. Ну. Сегодня чиновники массово придерживают землю для дружественных девелоперов, которые строят в основном элитное жилье. Точно не девелоперы. Может, и девелоперы. Да. Ну, короче, так или иначе, поддерживают. Ну, просто не потому, что Путин там сидел где-то доисторически, мутил с кооперативом «Озеро» дела, а просто потому, что спекулянтам выгоднее спекулировать дорогими квартирами. И все. И это, говорит, приводит к тому, пишет Эрнис, что просто дешевого жилья днем с огнем не сыщешь. Но товарищ Громова зачитает цитатку. Значит... Как описывает Энгельс ситуацию в своей работе к жилищному вопросу? На минуточку, книга написана аж в 1872 году. Раздел 1. Как Прудон решает жилищный вопрос? Рост современных больших городов, пишет Энгельс, приводит к искусственному, часто колоссальному повышению стоимости земельных участков в некоторых районах, в особенности в центре города. Возведенные на этих участках строения, вместо того, чтобы повышать эту стоимость, наоборот снижают ее, так как уже не соответствуют изменившимся условиям. Их сносят и заменяют другими. В первую очередь такая участь постигает расположенные в центре рабочие жилища, наемная плата со сдачи которых, даже при величайшей скученности, никогда не может или во всяком случае крайне медленно может превысить известный максимум. Их сносят и строят на их месте магазины, склады, общественные здания. Бонапартизм в лице своего османа в колоссальнейших размерах использовал в Париже эту тенденцию для мошенничества и личного обогащения. Но дух османа прошелся и по Лондону, Манчестеру, Ливерпулю и, по-видимому, чувствует себя как дома и в Берлине, и в Вене. В результате из городских центров рабочих оттесняют на окраины. Жилища для рабочих и вообще маленькие квартиры становятся редкими и дорогими, а зачастую их и вовсе не найти, так как при таких условиях строительная промышленность, для которой дорогие квартиры представляют гораздо более выгодное поле для спекуляции, строит жилища для рабочих лишь в виде исключения. И еще один интересный момент из той же работы Энгельса к жилищному вопросу. Раздел 2. Как буржуазия решает жилищный вопрос? Откуда же происходит жилищная нужда, пишет Энгельс? Как она возникла? Господину Заксу, тут такой на протяжении всей работы критикуется, интересно посмотреть полностью. Господину Заксу, как доброму буржуа, не полагается знать, что она, то есть жилищная нужда, представляет собой необходимый продукт буржуазной формы общества. Что без жилищной нужды не может существовать такое общество, где огромная масса трудящихся должна жить исключительно на заработную плату, то есть на необходимое для сохранения их жизни и продолжения их рода количество жизненных средств. Где новые усовершенствования машинной техники и так далее непрерывно лишают работы массы рабочих. Где бурные, регулярно повторяющиеся колебания промышленности обуславливают, с одной стороны, наличие многочисленной резервной армии незанятых рабочих, а с другой стороны, выбрасывают время от времени на улицу большую массу рабочих, ставших безработными. Где рабочие скопляются массами в больших городах и притом быстрее, чем при существующих условиях создаются для них жилища. Где, стало быть, самые мерзкие свиные хлева всегда найдут себе съемщиков. Где, наконец, домовладелец в качестве капиталиста не только имеет право, но в силу конкуренции в известной мере даже обязан беспощадно выколачивать из своего домовладения наиболее высокую по размеру наемную плату. В подобном обществе жилищная нужда вовсе не случайность. Она – необходимый институт. Она может быть устранена вместе со всеми своими последствиями для санитарного состояния и тому подобному.
лишь тогда, когда весь общественный строй, который ее порождает, будет преобразован до основания. Вот так вот, товарищи. То есть вековую проблему, вековую проблему капитализма. И два века вон, когда это я списал. А Навальный замахнулся прям разрешить ее одним махом. Просто. Через конкуренцию и предпринимательский дух. Вот он дальше логику свою развивает. И говорит, что мы уже давно могли бы застроить страну дешевым жильем. Однако этого не происходит из-за монополизации контроля над землями со стороны чиновников и монополизации строительного рынка, связанными с властью компании. А не с тем, что вот при этих товарно-денежных отношениях мне выгоднее дороже продать, чем дешевле. Нет? Объективных никаких законов тут не видят. Ну, это просто чиновники. Гражданин Навальный. Да, чиновники просто, да. Где ж такое, когда было в демократичной стране, чтобы чиновник помог какой-то, блин, там, дружественной конторе выиграть тендер? Ой, а если даже он не будет помогать? Самые выгодные условия ведь предложит самая большая контора, блин, да. Самая крупная. То есть, если даже все будет по-честному, это граждане, это кто там строит радужные мечты, что будет по-честному, и вы по-честному там будете конкурировать. Это вон Глеб Иванович Успенский за 100 с лишним лет еще до рождения Путина. Он писал как раз в Батуми там. Говорит, нормальная, честная конкуренция, говорит, как Нобель туда, говорит, приехал, сразу вкинул, да, 10 миллионов, а конкурировать ему пришлось там, ребята, они ведрами черпали эту нефть, где она на поверхность выходила, и прям в бидонах, короче, ее несли. Он говорит, нормальная, честная конкуренция. Это, говорит, равносильно, как я вот тебе скажу, что давай с тобой вот честные соревнования устроим. Вот на тебе прутик. Вот, а у меня дубина. И, значит, соревнование. Значит, ты мне по голове, я тебе по голове. И кто первый свалился, тот проиграл. Вот, очень честно. А, говорит, а в случае, говорит, вот с Нобелем и этими жестянщиками, это там, говорит, тебе не прутик даже выдали, а это, гильзу от папирос. Говорит, да, ты меня гильзой бей. Так что вот вам конкуренция, граждане. Вас в любом случае сожрут при капитализме. Все эти средние бизнесмены и прочие, никто вас не спасет. Либо цепляйтесь за вот этих самых козырных буржуев и пытайтесь как-то с ними у них там на хвосте там прокатиться в рай. А лучше задумайтесь, читайте классиков единственно верного учения марксизма-ленинизма. Вот, и подумайте, а не завести ли нам диктатуру пролетариата? А, товарищи? Ну, давайте, ладно. Так, продолжим. Что еще у нас? Экономическое чудо, как у нас сделают. Так, значит, следующий пункт очень интересный. А? Развитие высокотехнологичной экономики. Ну, в сочетании с демонополизацией. Это клево звучит. Малый бизнес у нас высокие технологии будет развивать. Ну и как? Как он это сделает? Будет много-много маленьких Сколково. Ну, вот, кстати, Навальный... Каждый в отдельно взятом ларьке. Навальный вспоминает действительно своих предшественников и говорит, что разговоры о развитии вот этой самой высокотехнологичной экономики слышны уже много лет. Да, я добавлю в эту копилку свои пару слов. Естественно. Но мы, конечно же, мы перейдем от обсуждения этой проблемы к ее решению. Прям как уже много лет собирается Путин. Да. Значит, первое, за счет резкого снижения административных барьеров. А, ну да. Устранение прессинга со стороны чиновников и силовиков. Хватит кошмарить бизнес, как завещал великий Путин, да. И хватит кошмарить высокотехнологичную экономику. Да, тоже. Не, ну это и есть бизнес. Бизнес у нас по умолчанию высокотехнологичный. У нас будет высокотехнологичная спекуляция китайским барахлом. Наверное, с привлечением дронов, терминаторов и прочего хай-тека. В Китае его купим. Короче, вот прессинг прекратится. И наконец-то мы разблокируем проекты по созданию в России высокотехнологичных производств. Важную роль здесь будет играть снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда. В высокотехнологичных сферах и экономике интеллекта эта статья в издержках выше, чем в других отраслях. Угу. Вот. Дальше Навальный планирует остановить утечку мозгов. Как создать? Ну, очевидно, как ее остановить? Понятно, надо
чтобы он в Америку не ехал, надо ему платить больше, чем в Америке. Все очень просто. Ну, Навальный думает, что чуть-чуть вот иначе. Ну, буквально нюанс. Как это? В стране надо создать комфортную среду проживания. Нет. В первую очередь. Ну, а в первую очередь это бабки. Ну, у да. нас капитализм. Нет, нет бабок, нет комфорта. Вот. И, соответственно, это все должно быть ориентировано снова на человека, на талантливых людей. Все в человеке, все для человека. Горький согласится с Навальным. Так. Вот, и талантливые люди прекратят уезжать из страны. Угу. А дальше третий пункт. И начнут сюда приезжать, наоборот, из Америки. В комфортную нашу среду. Хотя как в Америке дела идут, я уже не удивлюсь. А еще, значит, команда Навального планирует всячески поддерживать экспансию наших экспортеров высокотехнологичной продукции на внешние рынки. Это демонополизированных-то? Да. У нас ларёчники. Чего они там будут делать? Экспансию ларёчники? Поддерживать. Ну, нет, я говорю экспансию. Не, во-первых, это я не сомневаюсь, что все мировое сообщество в этом стремлении нас поддерживает. Конечно. Он же говорит, что мы не будем ссориться. За нас уже цивилизованным мерки. Миром. За нас мы будем просто экспансию туда проводить наших товаров, да? Да. Ну, это и Airbus, блин, с этим, с Боингом. Будем разорять. А они же рады, да? Они же только и говорят, придите к нам кто-нибудь ради благодетельной конкуренции, а то нам скучно. Мы хотим, чтобы вот вы с нами там боролись и тем самым нас побуждали развиваться. Только так, там нас только и ждут, да. Как хочет экспансию проводить Навальный? Через работу юристов, значит, будет сниматься барьеры против российских юрист, товаров. Него, видимо, ну да. То есть будут какие-то юристы, которые будут вот эти барьеры прям голыми руками снимать. Я барьеры надевать. Против российских товаров и услуг в других странах. И еще будут отменены рутинные экспортные процедуры. А, ну да, через отмену, короче, всех процедур. Угу. Ну а наши-то сразу, как только процедур не будет, они начнут сразу гнать туда всякое хорошее. А чего продавать-то будут, кстати? Ой. Какой хай-тек он там написал конкретно? А дальше он говорит, что мы хотим, чтобы Россия экспортировала самолеты, корабли. Которые ларёчники нам будут клепать. Ну, по-любому. В гаражах этот Стив Джобс будет клепать самолет. Ту-134. Так, хорошо. Ладно, самолеты, ладно, корабли, еще продукты. Корабли тоже. Зачем нам монополия, да, для этого? Самое лучшее это вот корабельных дел мастер со своей семьей в маленьком домике, значит, мастерской, с Томеской, там верной дедовской рубанком. Он нам авианосец и построит. Вот. Где вы видели, да, чтобы строили корабли, самолеты, монополии? Разве там монополии друг с дружкой бодаются на мировом рынке? Нет, это же ИП там, дядя Джон, да, и дядя Сара. Ну. Короче, вот хочет он, чтобы Россия экспортировала и то, и это, и продукты информационных технологий, а не выкачанное из земли сырье. Да. И для этого государство должно перестать охотиться на бизнес, принося выгоду чиновникам и силовикам. И отсюда опять мы делаем, ну, что хватит кошмарить бизнес, как завещал великий Путин. Да. Все, все правильно. От Навального мы нового ничего не услышим. Что... Теперь мы понимаем, как у Навального все работает. Пришлось еще раз прочитать, все стало намного яснее. Все, хватит кошмарить бизнес, и все будет хорошо. И к этому тезису возвращается и возвращается. Я говорю, был бы я предпринимателем, я бы уже терзал бы свой мобильник, там, куда заслать вам деньги. Как вы все хорошо обещаете. Лучше Путин, он мало обещает что-то в последнее время. Путин в этом плане отстал. Мог бы сказать, что через 10 лет все будет хорошо. Не, ну у Путина прямая линия там раз в несколько месяцев, а у Навального каждый, там, ну, каждую неделю он да, в блоге Навальный нам расскажет. Да. Ладно, давай уже ближе к финалу. Да, тут как всего этого мы планируем достичь, и самое главное, есть ли там вот ответ на терзающий меня вопрос, что делать, если Навальный вот возьмет и откажется все это выполнять, когда будет у руля? Ну вот какие он еще пункты нам у себя выделяет? Нам устраивает Майдан или что? Вот про транспорт он говорит, про дороги, ну, сколько денег куда идет. Потом, ну, значит, опять... Ну, красиво, как черт, ездить. Молодец. Про контрактную армию сказал. А, вот.
значит, призыв будет отменен. А, это я еще от Ельцина слышал. Во. У меня, блин, сколько тогда знакомых, там, по-моему, в 96-м. Все, из-за Ельцина голосовать, вот, блин, я пойду, чтобы призыв отменят же. Чтобы он не призвали, там, сыночку. Ну да. Пойду проголосую, или внучка. А он взял и не отменил. Нет, то есть из братства он избрался, но вот отменить не отменил ничего. Но Навального уже сравнивался. Нет, потому что, естественно, потому что откуда тогда взять денег? Если мы еще налоги-то всем поскостим. Самое главное, что малому бизнесу, обычному бизнесу. А кто тогда платить-то будет? Смотри, он всем, блин, всех разгрузит от налогов. Обычным гражданам тоже вроде сказал, не беспокойтесь. А где денег-то брать? Армию на контракт, учителям больше платить, врачам больше платить. Они сначала дворец Путина на кирпичи разберут. Они построят из него поликлиник по всей стране. Да. Нет, логично. Там, наверное, хватит. Тем более, если это еще левый дворец. Вот если настоящий его дворец там покажет. Там я не удивлюсь, если у них уже база на Луне. Там, со стриптизершами, с пивасом. Короче, будет контрактная армия. Ну, ура. Да. Ура. Вот тут опять расчеты. Мне уже поздно этому радоваться. Мы, да, значит, вернем в ВПК конкуренцию снова. А, ну да, вот, да. И заставим предприятия соревноваться между собой за госзаказ, предлагая качественные вооружения и военную технику по приемлемым ценам. Слушай, ну это опять повторение, блин, все одно и то же, блин, решение. Мы, значит, эту большую фирму разделим на много маленьких, и у нас сразу все процветет, потому что им же надо будет конкурировать. Угу. Но только они в результате конкуренции-то опять собьются в одну большую, что тогда-то делать. Не, либо, опять же, либо, чтобы быстрее всего, их по частям просто скупят более крупные эти рыбы-то, которые демонополизироваться не хотят. Потому что у них сюрприз будет больше денег. Как раз за счет того, что они монополизировались. Товарищи, монополия, с нашей точки зрения, это вещь хорошая. Там одна только плохая вещь есть в монополии. Это хозяин, который сидит и норовит себе всю прибыль забирать, блин, и с продуктом распоряжается, как Плюшкин гоголевский. Натурально. Выгноит большую часть. И все равно кричит, неси еще. Черная дыра, прореха на человечестве. Так что... Монополии надо, в принципе, отменить, в том плане участников их забрать и на пользу всему обществу запустить. Знаешь, в причастниках мы в лучшем случае разговоров дождемся о том, что надо бы когда-нибудь вот бедным-то тоже уделить по кусочку хлебушка. Угу. А бедные там мрут тем временем каждую неделю там по миллиону. А он все, нет, ну надо что-то дать, а то что-то уже третью неделю ничего не едят. Дождемся, наверное, милостей. Как товарищ Мичурин завещал, что мы не должны ждать милостей от природы. В данном случае как природа выступает вот эффективные предприниматели. Так, ну ладно, ну и чё? А еще Навальный вспоминает, что Москва это не Россия. И разговаривает о точно. Том, да, как я значит... вот сейчас вот тоже как москвич скажу, прям чувствую, что я слишком хорошо живу. И прям как-то совестно мне не из-за того лишь, что я слишком хорошо живу, вся Россиюшка-то живет плохо. Хорошо, что Навальный вот до меня доберется. И что там он сделает? Он рассуждает о том, как передать полномочия и налоги на региональный и местный уровень. А, вот. Значит, сегодня говорит, как деньги у нас гоняются туда-сюда. Сначала отнимаются у регионов, а потом выделяются им же в виде субсидий. Вот. И делается это для того, чтобы поставить регионы в политически подчиненное положение. Блин, это прям мне сейчас пришло в голову, что это же прям как вот у нас и с отдельными гражданами то же самое происходит. Сначала у тебя забирают, потом тебе же там кусок кидают, шуна вот в виде этой какой-то помощи пострадавшего от коронавируса. Да, да. Да, и это все бесконечно происходит. Ну вот хорошо покончить с этим принципом, опять же, вообще. Все деньги на общак. И все. Никаких там и все кредиты, мредиты. Ну и если гражданин что-то хочет, мы ему рассрочку организуем. И все. Навальный предлагает 50 на 50. Чего? 50 центру,
50 регионов. А. Вот. А. Yeah, yeah. И России не нужны слабые безинициативные регионы. Блин, ну может у нас перестанут плитку перекладывать? Ну да. Вообще, с другой стороны, это разумно. У нас перестанут перекладывать плитку, и можно будет наконец-то ходить спокойно. Да, ваши ремонты кругом не будет. И одновременно, наверное, эту плитку повезут как раз в регионы, у которых будут деньги. Но это, я говорю, это из той же серии, как они все рассуждают, что бы нам гражданам не дать денег, чтобы взбодрить экономику. И что-то никак не дают. Так что и тут тоже все тот же роковой вопрос. А что делать-то? Итоги. Если политика не изменится. О, к итогам подошли. Ура! Итоги. Хуже-то хуже Троцкого, ей-богу. Ну. Так, значит, экономика для человека, а не для узкого круга близких класса людей. Да, ресурсов? Да, да, капитализм, но экономика не для капиталистов, а для человека. Ну нет, мы то же самое предлагаем, только это. Уберите капиталистов, и все как раз будет вот так. Все? Ну, в общем, говорит, что ресурсов-то в стране так-то достаточно, да, чтобы это я согласен. Все обеспечить. Это я согласен. Вот. Это я согласен. И это я с ним соглашусь полностью. Вот когда они положат вот этому всему беспределу конец, который там разворовывает, ну вот это все известно, государство тут же начнет выполнять свои прямые функции. Государственная машина будет сокращена в размерах, поставлена под жесткий контроль, общественный контроль. И предпринимательные руки развяжут. В общем, такой вот он подытожил. А вот пункты предвыборные. Теперь будут, значит, это раньше государство пасло за предпринимателями, а теперь предприниматели будут пасти за государство. Не, ну они же... А, вот мы и нашли, куда мы, кстати, чиновников-то и денем, а их всех в общественный контроль, чтобы это пасли, значит, за государством. О. И можно даже, кстати, из кабинетов не пересаживаться, там только поменять будет вывеску, и все. Так сиди, Вася, уже. Надзирай, чтобы все было хорошо. И всех нас трудоустроит. Нет, товарищи, нет, нет. Ну, что сказать, это заурядная программа кандидата на какой-то пост какого-то буржуйского нотариуса. Ну вот. Че, все обещание, все хорошо устроит, все у Путина слышали. Путин обманул. Не знаю, кто верит, что этот Вася не обманет. Ну, не знаю, опять же. Мы никак не можем повлиять на этот спектакль гнусный. Mm-hmm. Там такие большие дяди и тети задействованы. Знаешь, и то, что мы кому-то скажем, что не ходите. Ну, блин. Люди, во-первых, сами себе хозяева, во-вторых, некоторые от отчаяния просто туда бегут. Да, вот. Ну, ничего хорошего, судя по программе, ждать не приходится. Программа самая обычная. Mm-hmm. То есть... Все вот это вот, это опять же в ту цитату Энгельса укладывается, чтобы это они хотят капитализм оставить, а язвы капитализма, чтобы их не было. Чтобы капитализм был, но без язв. А так не бывает. Это все вот, все вот эта закредитованность, вот эта бедность, нищета, бездомность, безработица, это все язвы капитализма, товарищи. Будет капитализм, будет этот канитель. Он в Норвегии даже есть. Так что... Только одно нас спасет, да, как Есенин сказал, да, суть ленинского, да, учения. Он нам сказал, что кончить муки, берите все в рабочие руки. Для вас спасения больше нет, как ваша власть и ваш совет. На этой позитивной ноте мы наше многочасовое исследование Навального заканчиваем. Надеюсь, что в этот раз в записи ничего не случится. Всего вам доброго, товарищи. Читайте классиков, не слушайте Навального, не слушайте Путина. Никого не слушайте, слушайте вот, меня и Дхарму 1937. И разъясняйте навальнистам и его сторонникам. Нет, вы ничего не надо разъяснять. Они просто вошли. Ну, что ты будешь разъяснять? Ну, вот я говорю, что жать им вопрос задать. Вот конкретный вопрос, вот самый вот лучший, там у нас в процессе да, было несколько, но самый лучший вот такой. По поводу всех самых вкусных и красивых обещалок. А что, если он, оказавшись в Кремле, не станет всего этого делать? Как тогда? Как нам его заставить? И что, собственно говоря, вот у нас есть как гарантия его честности? Кроме его честного слова, в которое мы верим, конечно. Ну, люди портятся. Вдруг он сегодня честный, а завтра в Кремле бам, проснется нечестно. Может, место там проклято. Да. Захочется ему кого-нибудь расстрелять или кооператив озера замутить. Вот что тогда делать? Вот так, товарищи. На этой позитивной ноте всего вам доброго. Будьте здоровы.